2014 год, Toyota Sienna, микроавтобус, замена переднего бампера, полировка фар, замена антенны, поломали ее на мойке, и полировка незначительных царапин по всей машине. Машина уже продана, легкий ремонт и уходит на днях. Хороший венчик, мне нравится. Замена антенн оказывается очень классное занятие, геморройное. Мало того, что она крепится вот здесь, наверху, но это полбеды. Провод идет очень глубоко, через firewall, через стенку, отделяющую двигатель и салон. Здесь нужно было разобрать полностью, весь этот бардачок снять. Провод крепится к раме, к кузову. И потом, гаш, вот это все разбирается, и вот здесь коннектор. Уже полчаса с ним воюю. Так, все, эту главную антенну установил. Специальный ключик дается здесь, пластмассовый, вот так его закручиваешь, чтобы не царапать ключом. Умно придумали. Полировка фар, замена и покраска переднего бампера, замена антенны. Полировка некоторых панелей, царапинки. Машинка готова, она уже продана, завтра уходит к новому покупателю. 18 года BMW X5. Парень пригнал, клиент купил ее из Калифорнии, привезли ее на машине в Кентаки. Вот здесь стоял номер передний, он его снял и попросил меня отремонтировать две дырочки. Сейчас снимаю бампер, буду его ремонтировать и красить. А вот здесь фара запотела. Я просто спросил, что случилось с фарой. Он говорит, сам не знает. Короче, он ее отогнал на представительство, на BMW. И они будут ее менять по гарантии. Снял бампер. Сделал такой визуальный осмотр фары. Нигде не видно каких-то насколов, отколов, трещин. Ладно, дилер поменяет, все будет хорошо. А я буду пока заниматься бампером. В Калифорнии передние номера, поэтому такие дырочки. У нас в штате Кентаки этого нету. Ну, в общем, парень решил их убрать. Ремонтируем и красим. . 2006 Range Rover. Машинка стоит неделю на лифте. Заднее правое колесо было заклинено и не вращалось. Причиной этому брейк-калипер, тормозной цилиндр, он выдвинулся и зажал диск. Вот, неделю ждал новый тормозной цилиндр, а колодки и сенсор пришли сразу. Ставим на место, пора ее выгонять на улицу. Новые запчасти на месте, осталось только прокачать и все. Все, машинка кончена, тормоза работают идеально. Это, кстати, Range Rover, друг мой полицейский, работает в полиции нашего города. 14 года Infiniti Q60, кабриолет двудверный, машина с официального дилера, трейд-ин. Ребята пригнали на покраску, две панели ремонтирую, переднее крыло и заднее крыло. Здесь была... Короче, лак проела. Птичка сделала свое дело и проела лак. Так, дверка в порядке. И тут была царапина. В общем, две панели крашу. Все, машинка готова. Сейчас уже ребята с дилера Infiniti едут собирать ее. Смотрится здорово. 16-й год, Q60 кабриолет. Очередная машинка, 12-й год, Scion TC. Это младшая сестренка Toyota, двудверная.
вот такой передний дэмидж, повреждения. Меняю только крыло и прокрашиваю, устанавливаю, меняю подкрылку, бэушная фара, бампер остается родной. Вот здесь тоже кусок отлетел. Вот, а что у нас? Капот отгибаем и не ремонтируем, только красится крыло. Задние повреждения остаются те же самые. И машина уходит на аукцион без полного ремонта. Легкий косметический ремонт окончен. Машинка уходит на аукцион. Друзья, всем приветик! Очередная машинка Toyota RAV4. Ее мне привезли за 2 часа от моего города, от моего места. Привезли из города Луивилл. Мои ребята, клиенты, они с Иордании. О май гаш! Ничего себе! Старт. Радиаторы разбиты, пустые. Ставим ее на парковку и будем разбирать. Toyota Corolla 2009 год. У нас проблемка с переключателем скоростей. Что-то у нас тут не то. Ключ на старт не заводится. А тут... Ставим на нейтралку. Старт. Не заходит на парковку. Тяжело. Сейчас сниму как крышечку и посмотрю, что там внутри. Снял все причиндалы. Похоже, проблема вот здесь. Сейчас еще посмотрю, чтобы вот этот кабель, который идет на коробку, был в порядке, нигде не погнутый. Может, где-то снизу там ударенный, не знаю. Надо посмотреть. Если все в порядке, значит, надо менять полностью вот этот шифтер. Называется бакс шифтер. Ого. Так, кабель идет через фаервол, через стенку. И вроде все в порядке. Я не вижу визуально никаких повреждений. Там тоже вроде все в порядке. Сейчас посмотрим дальше. Короче, заработало. Все в порядке. Я сам не знаю, что я сделал. Вот этот кабель, который идет тросик, я немножко сделал тут регулировочку. Вот эта шайба, гаечка. Ну и заработало. Все работает отлично. 2008 Toyota Highlander Limited Edition. Ребята пригнали машину на диагностику, загорелся check engine. Я подключил компьютер и показало, что цилиндр номер 6 misfire, ну, трясет машину, свеча или катушка зажигания не работает. Они буквально полгода назад поменяли вот эти в первом ряду три катушки с дилера. А сзади они не стали менять, потому что, ну, это слишком геморройно, они не могли это сделать сами. Достал я эти резиночки с помощью вот этого длинного крючка, хука. Вот так у меня все здесь распотрошило. Достал свечу. Ребят, что интересно, поменяли они ignition coils, вот эти катушки зажигания. Свеча родная, в очень-очень плохом состоянии. И они, камера, интересно, передает или нет. Я не понимаю. То есть поменяли новые катушки. Ну, поменять и свечи тоже. Вот теперь двойная работа будет. Я даже, честно говоря, сейчас боюсь вот эти доставать, потому что может быть такой эффект. Все, это катушка мусора. Оригинальная. Наверное, баков 100 стоит.